Привет, Венеция на связи, Италия. Продолжаем наш вояж. Вот такие вот мы нашли вкусности из Венеции. Покажи. Кто без вас хотел бы жить в Венеции? Постоянный движняк, так же самое, как и в Париже, только здесь нет никакого транспорта, кроме речного. Что ты нашла, Анюта? Есть всякие браслетики с муранского стекла, я так понимаю. Не думаю, лучше вот этот. Вот это да. Здесь еще видишь такие, короче, ну такими не очень. Все девушки одинаковые, у всех одна и та же цель. Это остановиться возле какой-то палатки всякими с погремушками и их всех изучить. И потом сказать, я хочу это, нет, а это... Понто ди Реал тут сейчас на реконструкции, а так это самый красивый мост Венеции. Да. Мы сейчас пойдем на самую основную площадь, это Сан-Марко. Ребята, мы сейчас находимся на острове Лидо. Это вот, если видите, вот далеко, вот там, да, это Венеция, куда все приезжают. Здесь остров такой, можно сказать, гламурный, потому что здесь находятся самые крутые гостиницы, гольф-клуб, теннисные корты и так далее. Что еще сказать? Ань, что ты скажешь? Мне нравится наблюдать за яхточками, такая классная погода. На этот остров мы приплыли с Венеции на корабле. Здесь взяли в аренду вот такой вот байк двухместный, тандем. Ну, уже вот доехали до самого конца этого острова. Сейчас возвращаемся обратно. Здесь один из островов, где есть пляж. Здесь
разговорился с одной итальянкой, спрашиваю у нее, ну, начинаю как бы с набора слов, типа итальяно, пармезано, пицца и так далее. А потом думаю, окей, мафия Сицилия, Аль Капоне. Она такая смеется, говорит, Аль Пакона уже нету, сейчас мафия — это государство. Мы покинули Венецию и сейчас плывем на остров, который называется Бурано. Остров Мурано – это именно то место, где делают известное муранское стекло. Сзади нас целый остров, на котором находится кладбище, то есть весь остров – это кладбище. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, пиши коммент. Месье дам, а ля прошен.